Приветствую вас, дорогие зрители, на нашем YouTube-канале Hard Reset Info. Сегодня я покажу, как сделать слайд-шоу в Google Photos. Переходим в приложение Google Photos. Тут нажимаем, выбираем фотки, которые вы хотите видеть в слайд-шоу. Нажимаем на плюсик тут. И нажимаем «Видеовоспоминания». Тут у нас уже создалось слайд-шоу. Можем выбрать какую-то музыку. И сохранить можно. Все, мы сохранили наше слайд-шоу. Теперь оно будет показываться в главном меню. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь.